Всем привет, с вами Арсеночка, и обновление стендов 2.0.25.0 вышло. Шедевр стендовчик Sunstrike. Давайте, собственно, посмотрим обновление. Загрузка ресурсов. Это у нас что-то новое из обновления загружается. Ну, давайте подождем. Так, саундтрек прикольный. Ладно, вернусь, когда загружу. И вот уже загрузилось обновление. Так, загрузка. Дальше сейчас загрузка данных пользователя, как я понял, будет. Да, подключение. Да, все, загрузка данных пользователя. Стоп, мне кажется, вот это вот. Так. Новые коллекции. Да, новые ножи. Новый режим дуэли 1-1. Маркер позиций. Опа. 4 новые локации. Давайте вперед. Battle Pass Sunstrike. Сколько он там стоит, не буду сейчас. А то на сайт переходит сразу. Так, слушайте, давайте-ка я графику, наверное, нормальную поставлю. А то что-то... Так. Что? В смысле 120 нельзя? Чего? Что? 60 FPS ограничение. Я 120 FPS хотел поставить, но... Ладно, так, настройки, думаю, ну... Тут ничего нового не давали, кроме как значок Ютуба сделали себе. Управление, может, можно что-то такого вот... Новая кнопка. Гироскоп. Тут все как должно было быть. Так, победа дня, ну это понятно. Кланы, кланы, все так же то же самое. И погнали, инвентарь. Ничего. Новый кейс нету. Граффити пак. Блин. Может купить пару штучек? Хотя тут граффити такие более-менее хорошие. Так, нового кейса нет. Ну, это понятно. Акции нет. Промокод, ну, понятно. И давайте рынок. Ну тут ничего нового не добавили. А может... Ну да, ничего нового не добавили. Glow Collection. Она сразу же есть, это прикольно. И что они тут стоят? Но они довольно самые вот фиговые графики, дороговатые, так как они... Вообще граффити по одной, по две голды стоят, и для этого, ну, они довольно-таки дорогие. Так, дуэль сразу, что-то понятно. Дюм 6 на 6. Ну, давайте зайдем, давайте тогда вот создать лобби. И давайте, Сэндстоун, походу, Сэндстоун у нас.
не изменили. Ну, ладно, давайте Сэндстоун. Бам. Ой, реально, сейчас попасть так же. Как же это фризит очень сильно. Ну, типа, не буду попасть. Да, я не могу попасть больше. Ну, карта Сэндстоун, как я понял, точно та же, как и была, и ничего здесь нового не добавили. Как что тут было такое? Давайте еще сейчас звук спаса услышим. Отдачу на Кэлли. А, кстати. Это что такое? Метка? Ну, блин, я это не знаю, что. А мы не посмотрели-то новые ножи. Можно ли что-то бесплатно получить нормальное? Ну, нет. Конечно, нет. Что же можно получить? Фэнк. Фэнк, чё ж ты сбрал старт-то ушёл? Фэнк Обсидиан. Ладно, чё Фэнк Бедрок дальше пойдёт? Ну, блин, не нравятся такие ножи. Давайте Дюну посмотрим карту. Давайте закладка бомбы. Ура, против всех вернули. Дюн, погнали на Дюн карту и запускаемся. И, конечно же, у нас на России пинг, так сказать, самый лучший 180. Опа, ну это Сэндстоун, походу, похоже на Сэндстоун немножко. Оружие новое. Никакого вроде бы и нет. Молик. Точно такой же. Флешка такая же. Смог такой же. Слушайте, слушайте. Смог, конечно же, прострелить нельзя, но это же Unity. Ну, либо я не особо знаю, можно ли на Unity сделать такое. То, что в CS 2, вы знаете, можно прострелить смоки, типа... Типа да. Не знаю, на Unity такое можно ли сделать. Ну, карта Дюн такая, знаете, похожа на Сэндстоун. Давайте место с трейлера найдем, а все нашли. Ахаха, пошутил, это не место с трейлера. Вот место с трейлера. Опа, это что? Сюда упасть можно? Ну, это ладно, ребята. Думаю, это нормально. Просто, что от воды отскакивает пуля, это норма. Это же шедевр стендов. Вот это вот значит. Типа, ладно. Ну, знаете, это бриз, просто бриз переработанный. Да, это просто бриз переработанный, как мне кажется. То есть совсем переработанный. То есть а места все что ли похожи как-то? Что у нас дальше там по плану? Защита аккаунта. А дальше у нас что правильно? Какая покупка Gold Pass'а?
Ладно, давайте посмотрим, сколько он стоит, этот голпас Ньюкасла. А, 800 рублей, думаю, норма. Там еще левела 1005 за штуку. Поэтому все хорошо, ребят, как обычно. Стендов 2 обновления, в которое нужно будет донатить 1050 рублей, чтобы все получить. Думаю, это копейки, поэтому заходим, покупаем и радуемся жизни. Ну, а я уже прощаюсь с вами. Всем удачи, всем пока. Обновляйте шедевр, стендовчик.